полностью все вытрем, подкрасим, прикрепим. Надежно скотчем, склеим, плюнем, кряхнем. Да, соберем, и все, оно будет как... Будет вид иметь. И вот ВДНХ, вот гостиница «Космос», «Стелла», и вообще круто. Мы бежим с Серым. Мы просто парим. Парим. Да. Друзья, привет, я конструкторный новатор Александр Бегак, вы на моем канале Бегак ТВ. И подпишитесь сразу, поставьте лайк, а мы продолжаем свою историю, что происходит. Мы с утра уже отснялись на нескольких программах, точнее я дал комментарии. Сейчас летим на встречу с Первым каналом и посмотреть, доработать всю стойку нашу, наших аппаратов, изобретений. Поэтому в таком цейтноте постоянно бегом-бегом. Посмотрите, какая красота, здесь все готовится, здесь будут и проводиться мероприятия. Тут очень много всего интересного. Так что не забыли подписаться, поставили еще раз лайк и полетели. Друзья, вот так идет подготовка на этот фестиваль. Интересное вообще событие, столько интересных людей, изобретателей, ученых, преподавателей вузов. Ну вообще просто. Я надеюсь, что завтра удастся еще пообщаться с людьми. А сейчас мы, как я и говорил, подходим уже к своему павильону и будем готовить аппарат для съемки для Первого канала. Нагони. Серый, ну что ты думаешь, много осталось работы? Работать немножко, примерно на полчаса. Сейчас все вытрем, подкрасим, прикрепим. Надежно скотчем, склеим, плюнем, кряхнем. Да, соберем, и все, оно будет как... Будет вид иметь, будет красиво. Итого, ребята, вот мы пришли. Это зона изобретений, это Сколково, это я. Пойдемте посмотрим, как устроена зона изобретений. Это очень интересно. А здесь ракета. И вот наши соседи. Смотри, какое чудо. Интересно, надо будет пообсудить этот вопрос. Ну, это наша техника. Серый, что делаешь? Останавливаю последние детали. Которые... Крайние детали. Последний, да, будет, знаешь, где у тебя? Последний путь. Ну ладно, нормально все. Смотрите, как круто у нас тут. Бигалет. Это наш экран. Ну, все в таком состоянии. И вот так у нас много соседей крутых. Очень серьезные люди. И у нас даже робот есть. Смотрите. Один живой. У него моторика. Привет. Сейчас я включу. Хорошо. И еще вот такой у нас терминатор. Сосед, здрасте. Мы тут собрали еще. Здрасте. А вы откуда? Я? Я просто друг разработчик. А разработчик откуда? Из Перми. Из Перми? Из Кунгура. А что это такое, скажите? Это терминатор. Терминатор? Он двигается? Насколько я вижу. Он двигается, но не сейчас. Надо стул подобрать, чтобы руками не цеплял, когда будет руки поднимать. Двигается, распознает речь, разговаривает. То есть все работает без использования интернета. Все вычисления производятся полностью. Распознавание речи, предметов, одежды человека, то есть признаков, в чем одет человек. Может использовать оружие. Ого. Есть пистолет, стрелять можно дать. Ого. То есть терминатор, он выполняет свои функции. Ого! Терминатор. Друзья, вот как они его собрать. Включат, я обязательно вам покажу. Поэтому не забудьте подписаться на канал Бегак ТВ. Будем рассказывать о наших соседях. Да? Летательное средство. Как вас зовут? Александр. Александр, тезка. Так что давайте, здесь вообще стоят такие чудеса. Увидите дальше.
Ладно, пока все так идет, не забудьте еще раз подписаться, поставить лайк, вот такой. Смотрите, будет интересно. Ну, правда красиво. Приглашаю вас на Кавказские минеральные воды. Познакомитесь со мной, отдохнете. Смотрите, какая красота.